Всем привет, меня зовут Вова, на канале FCC Play. И сейчас я вам покажу, как работает метательная машина у меня в рудном доме. А точнее быть в кубе. ВК — это место, где... Чтобы это проверить, мы должны зайти... Мы встречаем новых друзей, а родные и близкие встречают с улыбкой наш звонок. Здесь можно встретить рассвет за просмотром. Вот так. Надеюсь, 7% заряда мне хватит, и я не спешу вам покажу. Все это, конечно, в креативе надо делать, потому что куда без креатива? Мне в креативе надо будет брать яйца и еще пару вещичек. Метательная машина, она не только для яиц предназначена. Олег ее сделал. Мы думали, что это просто яйцемет. Нам понравилось, как яйца летают вверх. Вот, метательная машина. Сейчас надо все вещи вот сюда, в инвентарь подальше, отложить, перейти в креатив, взять. Давайте возьмем снежки, опыт. Яйца какого-нибудь зверильника, например, давайте член. И давайте в ведро водицы. Мне самому хочется проверить. Но только в конце ролика, ну, с тропической рыбкой. Вообще, было предназначено это для вот этих вещей. Для того, чтобы яйца летали. В креативе не летят. И в креативе не летели, но не должны летать. Ладно, проехали, но они летают прям до самого верха. В куполе есть дырка, чтобы все летали хорошо. На примере снежка сейчас покажу. Вот. И вот так вот летят яйца, и нам показалось, что это смешно. Также эта машинка может годиться для машинки опыта. Просто встаньте. Реклама была выключена, если что. Просто встаньте на эту машинку. Вот так. И возьмите опыт, положите в раздатчик. И вы сможете получать быстро опыт. Пусть она добьется до конца и продолжим. Оно добилось до конца, и можно использовать эту машинку как размножитель. Появляется больше пчел, и мне больше не надо. А теперь самое интересное, что будете положить ведро с тропической рыбой сюда. Вода разольется. Чего происходит? Подождите, что происходит? Оно действует как фонтан. Вы смотрите. Оно набирается и вытекает. Мне нравится такой фонтан. Вы смотрите, это прям реально фонтан, только надо его... Когда вода набирается, это очень тяжело дождаться. Проще сделать вот так, сесть на shift и набрать воды. Вот так, и убираем ее. Сегодня я вам показал, как работает мой раздатчик. Кстати, можно его и в сундук что-нибудь положить, какие-нибудь предметы, очень много. И раздатчик их все выплюнет. Но не рекомендую. В прошлый раз у меня залагало от такого. Этот раздатчик еще пригодится для тинти-пушки. Ну, если положить... Я не знаю. Если положить в раздатчик... как там его? Лаву и динамит. Смотрите. Раздатчик, я не знаю, как строить его, построил Олег, но нужно два наблюдателя вот так вот соединить и поставить
раз датчик, положить возле него, как там это, воронку, а возле воронки сундук. И получится метательная машина. Может, сейчас я ее подпишу. Метательная. Метательная машина. Машинка. Машинка. Метательная машинка. Вот, вот так. Делаем превьюшку метательной машинки. Сделали. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.